проводится общественным благотворительным фондом Oasis, в котором работаю я, Энди, Рустам, соцработники, которые будут преподавать вам занятия. Также у нас есть волонтеры и фотографы. Они добровольно как бы жертвуют своим временем, дарят нам свое время, чтобы учить вас профессионально фотографировать. Они сами профессиональные фотографы. Меня зовут Виталик, я тоже фотограф. Как ни удивительно, как ни странно. Вот. И для меня этот проект интересен тем, что творчество это интересно, это увлекательно, и я готов этим делиться, рассказывать то, что я знаю сам, и смотреть на какие-то ваши результаты, что вы будете делать, как творить. Может быть, у кого-то сложится дальше с этим делом. Вот. Может быть, у кого-то нет. Вот. Но сам факт того, что вы будете знать и уметь, хотя бы заслужит вам хорошую службу у вас в семье. Вы сможете делать красивые фотографии за праздничным столом, соблюдая какие-то основные правила фотографии. Я себя хорошо чувствую. Мне нравится то, что есть такой проект. Ну, классно, что придумали этот проект. Мне она очень нравится. Мне кажется, они пригодятся в жизни. Все?